тренер Уляна, а? Сергей Павлович, я спросил, бывал ли он когда-нибудь так на заводах такого размера, и знает ли он, что же железка за спиной у него? C'est la première fois que je viens dans une usine comme ça, et la chose qu'il a derrière moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ah, on dit que je suis le premier fois dans un gigantesque заводе, et что там за моей спиной, я не знаю. Ça, c'est un rotor d'une turbine électrique, mais Nicolas va vous expliquer plus tard. D'accord, parce qu'il sait tout. Je сказал, что это ротор электрической турбины, c'est une turbine de 53 mètres de longueur. Vous imaginez, hein? Je сказал, Nicolas, если что, он все знает, он потом расскажет. Роман Широков. Роман, короткий вопрос. Вы, пожалуй, самый известный футбольный комментатор из действующих футболистов. Вашему краткому стилю уже даже нашлись много подражателей. Если два слова буквально, в каких словах вы бы описали новую форму или свои ощущения? Превосходная форма. Спасибо большое. Широковский стиль. Превосходная форма. Главное, что положительную оценку он там часто дает отрицательный. Анатолий. Я бы сказал, добро пожаловать домой, и в каком-то смысле буду прав, хотя ваша родина не здесь. Но посмотрите, как рады поклонники команды, что вы вернулись. И вы в золотой футболке, как капитан команды с кубком, и в золотых сезонах, в золотые годы 2007-2008, вот эта фотография, когда вы привозите из Раменского специальный приз, посвященный чемпионату, выигранному чемпионату страны в тяжелейшем последнем матче. Добро пожаловать еще раз в Питер. Скажите, с какими ощущениями вы сейчас вот снова надели зенитовскую форму? Вас несколько лет не было здесь. Мы следили за вами, как у вас складывается там. И вот вы снова здесь с нами. Ну да, конечно, есть ностальгия, есть приятные моменты. Я с большим удовольствием одел эту форму, потому что все это время, даже тех 4 года, которых я был в Баварии, я все равно скучал за Питером и за командой, и за городом, и за болельщиками. Вы поселились здесь, в том же жилье, в каком жили раньше? Пока еще нет. Хотели бы? Не знаю, что-то смотрю новое, для того, чтобы моя семья смогла ко мне присоединиться и уже спокойно себя чувствую в Санкт-Петербурге. Ну дай Бог, чтобы вам было уютно в Питере. Спасибо. Виктор, скажите, пожалуйста, вы выросли в «Зените» в игрока экстракласса, в игрока основного состава сборной страны, и вот вы в месте, где, собственно, «Зенит» родился. Наверняка здесь раньше не бывали. Что вы ощущаете? Вот этот масштаб гигантский. В чем-то сопоставим по масштабу с масштабом гигантского стадиона? Ну да, я не был на таком большом заводе никогда раньше. И на самом деле не знал, что отсюда начало исток Зенита. Но очень приятно, что мы здесь находимся. Будете играть, помните, что есть масса людей здесь, которые продолжают работать на страну и которые болеют за вас и знают, что Зенит корнями отсюда. И один вопрос Николасу, как ветерану «Зенита», человеку, чей героический поступок мы помним в Кубке УЕФА, если бы он тогда не пожертвовал собой, может быть, «Зенит» не дошел бы до финала. Один из ветеранов команды, что он чувствует сейчас, Николас, vous êtes un des vétérans de l'équipe, et nous n'oublierons jamais votre geste de cette glorieuse Coupe UEFA, donc quand c'était une victime de votre part, et votre trauma. Qu'est-ce que vous sentez maintenant au début d'une nouvelle saison? Ça, c'est la 7e saison, hein, Zenit. Qu'est-ce que vous sentez maintenant ici, en cet uniforme tout à fait nouvelle? En vétéran. Oh, je suis très fier de mettre cet uniforme. Oui, c'est un honneur pour moi. Je joue déjà 7 ans ici. Et ouais, pourquoi pas plus long? Я очень горд, говорит Николас Ломбардс, быть в команде, я очень горд. Это, я уже 7 лет в «Зените» и буду счастлив, если мое пребывание в команде продлится. Естественно, горд, что очередной сезон начинаю здесь. Господа, Николас Ломбардс, Виктор Файзулин, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Аксель Вицель. Журналисты, мы еще встретимся здесь с ребятами.